Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Стартовый капитал от государства. Две анапские семьи получили финансовую поддержку для приобретения жилья. В новый сезон с новыми возможностями. Анапа встретит отдыхающих улучшенной пляжной инфраструктурой. Самый детский праздник. В Международный день защиты детей в Анапе шумно и весело дали старт лету. Сегодня глава Анапы вручил двум многодетным семьям свидетельство о праве на получение социальной выплаты на покупку квартиры или жилищное строительство. В очередь семьи Зотовых и Симоновых стали меньше года назад. Жилищный отдел администрации курорта помог собрать и оформить документы. Сергей Сергеев поздравил молодых с замечательным событием в жизни. Материальная поддержка государства – хороший стартовый капитал. Участниками программы по обеспечению жильем молодых семей Тимофей и Надежда Зотовы, Станислав и Светлана Симоновы стали меньше года назад. Статус многодетных позволил занять первые строчки в списке очередников. Грамотно оформить документы помог жилищный отдел. За последние 5 лет у нас 14 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилья. И из всех уровней бюджета на эти средства, на эти цели выделено свыше 10 миллионов рублей. Общий размер выплаты на две семьи превысил 2 миллиона рублей. Эти суммы не покроют всех расходов молодых, но государство сегодня предоставляет массу возможностей. Надо просто не упустить их. Государство вам дает стартовый капитал, это не последний. И надеяться на то, что и вы будете продолжать и трудовую деятельность, а она будет воспитывать детей и вырастить достойных граждан. Государство. Вот для этого это делается. Тимофей и Надежда Зотовы воспитывают 3 детей своему участию в государственной программе. Очень рады. В планах у нас построить дом хороший, большой, теплый на всю семью, чтобы всем было комфортно. На сегодняшний день в муниципальный список молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включены 24 семьи. В Анапе на период курортного сезона усиливают меры безопасности. К охране общественного правопорядка привлечены сотрудники казачьих ЧОПов. Усилить работу полиции с помощью казаков – поручение губернатора Кубани. По мнению Вениамина Кондратьева, постоянное присутствие людей в казачьей форме позволит местным жителям и туристам чувствовать себя более комфортно и спокойно. Атаман, личный состав казачьего ЧОПа ИСУ на развод построен. Заместитель атамана Сотиков Лев. Воля. Казачьи патрули наряду с полицейскими будут контролировать порядок в местах массового пребывания людей и традиционного отдыха граждан. Также разработаны дополнительные маршруты – набережные, пляжи, парки и скверы. Общая протяженность маршрутов выше 5 километров. Задача у нас одна – это сохранность имущества и, естественно, это охрана общественного порядка. Безусловно, это и форма одежды, это внимательное отношение к людям, не проходить мимо безобразия, взаимодействовать с полицией. Патрулирование обязательно должно осуществляться в казачьей форме одежды. Это черные брюки, белая рубашка и кубанка. При себе казачий охранник всегда должен иметь бейдж и удостоверение. Открытие пляжного сезона в этом году совпадет с официальным открытием сезона курортного. Это связано с тем, что май был холодным и вода не успела прогреться. Городская администрация взяла под контроль то, как оборудуются пляжи, отмечая при этом, что многие арендаторы с каждым годом стараются сделать пляжи более комфортными и догнать традиционных лидеров. Финальные штрихи. Хороший пляж, как корабль. Все должно выглядеть идеально. Это санаторий «Селена» в Витязево. Перед линией прибоя достаточно свободного места. Можно располагаться. Для гостей охраняемый периметр, видеокамеры. Всего на побережье их планируют установить более 120 и подключить к системе «Безопасный город», которая себя уже зарекомендовала. Обязательная лодка у уреза воды. Матросы-спасатели, готовые прийти на помощь. Первые отдыхающие уже у моря. Вода вот-вот согреется, чтобы можно было купаться всем без исключения. На пляже отеля «Дюны золотые» с этого года выдают полотенца. Уходя, их сдают, а в следующий раз берут чистые. Здесь работают по схеме «Все включено». Аниматоры пока разминаются, но скоро сюда приедут семьи с детьми. К новому сезону расширили спортивную площадку для детей. Кроме того, решили, что медик, который наблюдает за самыми юными отдыхающими, будет доктором Айболитом. Мы сделали такой некий персонаж из доктора, доктор Айболит, который проводит с ними оздоровительные занятия, ЛФК, скандинавская ходьба –
Но это все в игровой форме, в сказочной, дети стали тянуться. Мы стараемся каждый год что-то новое вносить, очень много постоянных гостей, чтобы глаз, как говорится, не замыливался. Что-то новое каждый год мы делаем. Основные заезды детские начинаются с сегодняшнего дня. До 5 июня к нам заедет 75% детей в детские лагеря. Это порядка 16 тысяч детишек заедет. Организованный сектор принимает гостей, но море еще холодное. Море от 16 до 18 градусов. Поэтому купальный сезон, режим купания предусматривает купание для взрослых выше 18 градусов, для детей выше 20 градусов. На пляжах работает комиссия городской администрации, которая смотрит за тем, какое оборудование устанавливают арендаторы. Главное требование – эстетичность и надежность. Вместе с тем в мэрии говорят, что сегодня многие и сами устремились в погоню за лидерами. Конкуренция усиливается, а в выигрыше – потребитель. Анапа в этом сезоне планирует принять не меньше отдыхающих, чем в прошлом. В мае аналитическое агентство «Турстат» составило рейтинг популярности российских курортов на сезон 2017. Анапа оказалась в тройке лидеров. Топ-10 был составлен на основе анализа данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей. Так, в десятку лидеров курортных зон страны вошли курорты Краснодарского края – Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск и Новороссийск. Причем наш курорт в числе самых популярных. Россияне считают Анапу доступным и безопасным курортом, особенно для отдыха с детьми. Это подтвердило и новое исследование Турстата. Сегодня аналитическое агентство опубликовало список самых востребованных курортов для детского отдыха. Анапа вновь в тройке лидеров вместе с Сочи и Ялтой. Но Анапа уникальна не только своими природно-климатическими ресурсами. Всесторонний потенциал курорта высоко оценивают эксперты и ведущие специалисты крупнейших консалтинговых групп. У Анапы, кроме моря, есть еще куча достоинств и достижений. Почему никто в мире не знает, что у Анапы есть свое вино? Почему никто в мире не знает, что у Анапы есть шикарнейшие грязи лечебные, где содержится вся таблица Менделеева? Почему никто не знает, что в Анапе, я в свое время, может быть, кто-то знает, мы здесь, именно в Анапе, с Юрием Николаевым возродили фестиваль детского творчества «Утренняя звезда». И в Анапе оказалось просто невероятное количество талантливых и умных детей, кстати, которые до сих пор уже спустя 15 лет мне пишут письма, и они участвуют сейчас в кастингах всех федеральных каналов, и «Голос», и «X-Factor», и прочее-прочее. Мы списываемся спустя 15 лет. Детвора просто потрясающие. Почему никто не может сказать, что Анапа – это нормальный, перспективный опыт и выставка того, как могут жить разные нации, успешно развиваться и существовать? Почему никто не говорит в конце концов, что Анапа – это транспортный узел? У Анапы шикарнейшее море, у Анапы шикарнейшие терминалы могут быть, у Анапы могут быть шикарнейшие нефтеразливные, там, не знаю, какие-то бетонные, что там еще, что-то еще. Ну почему? Вот эти вопросы «ну почему?», конечно же, мне кажется, нужно ставить перед федеральным центром. Праздник детства. В Анапе отметили Международный день защиты детей. На главной площади курорта развернулось большое праздничное действо. Выступали творческие коллективы, работали десятки интерактивных, развлекательных и познавательных площадок. Сегодня Анапа буквально купалась в детских улыбках и эмоциях. Все взрослые были когда-то детьми. Все любили мороженое, сладкую вату, подвижные игры. И поскольку помнят это счастливое время, стараются сохранять традицию, когда 1 июня всегда праздник. Десятки интерактивных площадок, конкурсы, мастер-классы, зажигательные выступления. Организаторы праздника сделали все, чтобы дети сегодня были самыми счастливыми. Здесь каждый мог найти занятие по душе. Любители интеллектуального спорта играли в шахматы и шашки. Творческие энтузиасты рисовали, мастерили поделки. Особо шумно было на спортивной площадке. Там дворовые команды соревновались в стритболе, доказывая, что Анапа – город лета, детства и спорта. Жизнь состоит из моментов. И эти моменты у них останутся на всю жизнь. Самое интересное, они видят здесь двукратного чемпиона мира. Он присутствует, и он же судит. Они видят и знают, на что равняться. Они видят здоровый образ жизни. И это наши дети, это наше богатство. Каникулы должны быть не только веселыми, но и безопасными. Как отдыхать без происшествий, учит Центр противопожарной пропаганды. Ребятам рассказали, как себя вести при чрезвычайных ситуациях и как правильно оказывать первую помощь пострадавшим. Кроме того, в распоряжении детворы предоставили настоящую пожарную машину. Ребята могли посидеть за рулем, изучить оборудование, пообщаться с пожарными. Эмоции от праздника у всех только положительные. Дети радуются, вот бегают, прыгают здесь.
Конкурсы устроили. Дети рады. Мне нравится, как выступают маленькие ребята. Мне нравится очень сильно смотреть на выступления разными. Выступает очень много коллективов. Танцевальных, музыкальных. Огромное спасибо вот именно им за то, что они принесли такой счастливый день. Также спасибо всем, кто провел сегодня с нами день. Другие вот мероприятия, игры настольные, конкурсы для детей с призами. Спасибо им огромное. Счастливые лица людей, вообще потрясающе. Настроение просто душевное. Вообще ликую и радуюсь. Наконец-то у нас есть ребенок, с которым мы можем разделить такой праздник, целый город. Здорово. Праздник удался на славу. И это только первый день лета. Впереди у ребят целых 3 месяца веселых приключений, удивительных открытий и ярких эмоций. В Анапе, городе детства, лето всегда праздник. Многолюдно было и в городском театре. Там прошел традиционный фестиваль детского музыкального творчества воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений «Музыкальная палитра». В этом году фестиваль посвящен 80-летию Краснодарского края. Это было настоящее путешествие в историю Кубани. Юные дарования посредством музыки и танца показали, что Анапа – это не только город лета и детства, это еще богатые традиции, фольклор и настоящая дружба между народами, проживающими здесь. В концерте приняли участие около 500 детсадовцев. Каждый из них получил сладкий подарок. Праздник для детей устроили и в многофункциональном центре. Там угощали детей мороженым. В ФЦ говорят, что сегодня в едином окне можно получить практически любые необходимые документы, связанные с материнством и детством. А также можно сдать документы, не выходя из дома. Сегодня в МФЦ можно оформить детские пособия, компенсационные выплаты, получить и распорядиться материнским капиталом. Есть возможность оформить выплаты по уходу за детьми. Здесь же можно записаться в школу или встать в очередь в детский сад. Эти услуги можно получить и в электронном виде на портале госуслуг. Если нет личного кабинета, для этого просто нужно зайти на сайт госуслуги.ру, зарегистрировать свои данные и прийти в МФЦ и подтвердить свои данные. Для этого нужен минимальный набор документов. Это паспорт, это СНИЛС, пенсионное удостоверение, номер и номер вашего телефона. Любой гражданин может прийти к нам в МФЦ, обратиться за этой услугой. Эта услуга будет оказана максимум в течение 5 минут. Человек будет и зарегистрирован на сайте госуслуги, у него будет открыт личный кабинет и подтверждение данных. Одновременно с этим пройдет здесь. Экстренное предупреждение от Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. 2-3 июня местами в крае ожидается сильный дождь, ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды. Будьте осторожны и соблюдайте меры личной безопасности. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3 500 рублей в год. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 424-19.